Привет, это снова я. На этот раз расскажу вам о введении нового дизайна на нашем литературном сайте ruizdat.ru. Мы очень долго старались облегчить дизайн, думали и пришли к выводу, что самое важное, что нужно сделать на литературном сайте, это облегчить чтение. И если человек приходит, ему некомфортно читать, нужно сделать так, чтобы было комфортно, удобно читать. Потому что люди публикуют, а другие люди читают. И если читать неудобно, то люди не будут читать, они уйдут с сайта и будут искать там, где удобнее. Поэтому мы создали новый дизайн, убрали все ненужные элементы, обновили его, освежили и сделали более удобный вид для чтения. Даже сделали дополнительную функцию «вид для чтения». И когда произведение больше определенного объема, то есть, допустим, там больше двух страниц, то вы видите уведомление о том, что это произведение лучше читать в виде для чтения. И кнопочку, чтобы прочитать произведение в виде для чтения. Попробуйте, оцените наш дизайн, выскажитесь о том, нравится, не нравится. Дизайн достаточно серьезно поменялся, стал более современным, интересным и таким же классным, как вот этот медвежонок. Заходите к нам на ruizdat.ru. Ждем вас.